Баранник Сергей, художник. Мой вопрос господину президенту следующий. Мне хотелось бы знать, почему первое лицо государства сегодня столь безответственно себя ведет, и, к сожалению, все надежды, которые мы на него возлагали, не оправдываются. 2 года прошло, а изменений положительных нет. Очень многое зависит от него, но мы не видим его доброй воли и его гражданской позиции. К сожалению, это беда. Это нас очень огорчает. И меня конкретно.